Ребята, всем привет! Вы на канале Спрайс ТВ, и сегодня я хочу снять видео про кормление пауков. Тут попробовал уже Тегидарию кормить. Она отказалась. Ее заход куда-то сюда убежал. Сейчас я попробую вторую. Я вот купил тут такой вечный террариум. Я его купил, не сделал. Я еще хочу тут хорошо оборудовать, ну, более природным сделать этот террариум. Вот завтра, думаю, постараюсь это сделать. Ну, когда я его более сделаю природным, я вам это обязательно покажу. Обязательно. Так, сейчас попробуем эту тегинарию покормить. Что, какие ставки? Поест, не поест? Походу не поест. У меня новый тегинарий. Блин. У меня новый тегинарий тут. Одна. Сейчас я ее покажу. Ну, когда только открою. Контейнер, который я не могу открыть. Так, подожди. Туда все есть тегинарий? Вроде да. Вроде там она. Так, сейчас пробуем эту покормить. Я совсем недавно поймал. Так, что будет? Нет. Я только вот укрытие сделал тут. Ей укрытие, походу, не очень нужно. И даме. Сейчас пробую потом стянуть. Это такая темная стена, да? Все ползает и плетет в свои сети. Я ее специально посмотрела, потому что она очень огромная. Ну, не огромная, она очень активная. Плетет много сетей. Да, она... Вот оплела эту довольно большая банка. Ну, стеододы, они не очень активные. И она оплела вот целую банку. Это у нее паутина тут везде. Она была за функцией поактивнее давать. Так, сейчас попробуем еще раз вот это. Вот эта барышня отказалась есть. Попробуем предложить вот ее подруге. Если эта другая согласится, скорее всего, поест сейчас вот это вот. Неужели одна тегинария не поест? У них же аппетит. Обычно вообще хороший. Даже если они толстые-притолстые. Особенно эта должна поесть, которую вы сейчас видите. Ну ладно, пока эти тегинарии тут раздумают, есть ли им не есть, я уже успею стеду покормить. Возможно. Так, это, мне кажется, она не будет есть, потому что у нее и так там много захода. Мы потом попробуем тоже покормить. Сейчас надо попробовать покормить. Еще попробовать покормить маленькую гроссу. Так. Маленьких этих нужно мне взять отсюда. Вот тут у меня маленькие живут. Так, это большой я к зафусам его. Большим. Ну, маленький. Ай. Ну, это не совсем маленький. Нет, не маленький. Это уже большой. А, вот. Вот такой вот вполне подойдет. Так, где-то. Все, вот такой вот подойдет, думаю. Так, что-то сигналит кто-нибудь. Стал есть, не? Нет. Так, еще мушка летает это. Сейчас попробуем стеододианскую. Стеододианскую. О. Так, почуть-чуть видео. А? Это поело. О, тегинария разворачивается.
Так, я не понял. Что такое? Такой это уже за хаос убежал. А это, по-моему, не хочет. Ну ладно, это пусть заматывает. Мы ее оставим в покое. Эту мы не будем кормить, она, наверное, у нее и так там много забегает. Она еще ни одного не поймала. Так что, думаю, она сытая. Сейчас подумаю. Такой этих особо тут паутины нету. Так, а что нам каракут скажет? Каракута местами по ним. Ну, это еще давно сделала уже. Должна об этом знать. Ну, ладно, попробуем. Что нам скажет каракут? Мне вообще не ест, мне это очень не нравится в последнее время. У него вообще аппетит пропал, мне это очень не нравится. Вообще. Ладно. Пока тут каракурт в раздумьях, есть ему или не есть, я буду кормить других пауков. Ой! Заплела. Еще похлеще этой. Берем, кидаем, ждем. Да. Супер кормление. Что-то со дна ты его соберешь, не? Так, блин, вот я боюсь, что порву опять. Так я, наверное, не буду прям так. Пробую так покормить. Через образовавшуюся дырочку. Он упал туда. Куда ему не надо. А туда, куда надо, он не попал. О. Что съест, не съест. Так, тикинарии не хотят есть, да? Это что тут? Это тоже не хочет. Каракур тоже не хочет. Так, это тоже что-то не хочет заматывать. Сейчас ждем реакции этой. Что-то у нее, по-моему... Отрицательная реакция. Так, сейчас попробуем эту покормить. Чё, поесть, не поесть? Вообще-то худенькая, я знаю, с тебя дуду у меня. Так, надо уже заканчивать. Уже батарея камеры садится. Так, кого еще можно покормить? Да все, наверное. Так, попробую еще вот эту вот. Я не знаю, конечно. Все, они все эти большие уже. Да и сама она не сытая особо. Так, еще раз смотрим. Это нет. Я не знаю, она там, возможно, заматывает, но мне кажется, нет. Возможно, но мне кажется, нет. Так, это вроде заматывает. А что у нас один паук сегодня поел? Нет, тигинари, возможно, не поймают, потом съедят, а вот стеододы вряд ли. Ну, я показала такой террариум. Да, дальнейшие планы на этот террариум. Кстати, тут, наверное, уже... У этого, у крестовика тут созрел кокон, тут два, когда еще летом крестовики тут жили, запускал, чтобы тут мошек не было, тут они коконы спали. Тут даже остались еще какие-то пауки, тут должны остаться крестовики, вот тут такой вот паук остался, кругопряд тоже. Я не знаю его название, сейчас я точно в магазине его поймал на цветке и привез сюда ко мне домой. Мошек летом неплохо ловил, тут было крайне много. Летом, ну сейчас террариум какой-то стоит мрачный и пустой. Ну, я думаю, хочу это исправить.
Надеюсь на лучшие времена. Ладно. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.